В Испании прошел митинг против независимости Каталонии. На площадь Барселоны вышли десятки тысяч человек. Все они выступали против отделения Каталонии от Испании. Все митингующие считают, что независимость пагубно скажется на автономии и призывают власти Мадрида и Барселоны к диалогу. По словам организаторов, отделение в первую очередь нанесет ущерб самой Каталонии. Демонстранты, собравшиеся в центре города, размахивали испанскими и каталонскими флагами и несли плакаты с надписями «Каталония – это Испания» и «Вместе мы сильнее». Охвативший Испанию политический кризис стал для нее самым тяжелым за последние десятилетия. Мадрид и Барселона не хотят идти друг к другу на уступки. Днем ранее испанский премьер Мариано Рахой сказал, что не исключает возможности расформировать правительство Каталонии и провести новые региональные выборы, если Барселона провозгласит независимость. Он также пригрозил лишить ее статуса автономии. Потеря Каталонии практически немыслима для испанских властей. На нее приходится около 16% населения страны, пятая часть испанского ВВП и более четверти экспорта. Каталония также является самым популярным туристическим направлением. Ее выбирают местом отдыха около четверти приезжающих в Испанию иностранцев. Это не противостояние между Каталонией и Испанией или между каталонским и испанским народом. В первую очередь, это проблема каталонцев, и мы хотим решить ее здесь и сейчас. Поэтому просим президента не брать на себя обязательства в одностороннем порядке провозгласить независимость, потому что первыми, кому это навредит, будут каталонцы.